Министр здравоохранения Алексей Цой поделился прогнозом заболеваемости в случае исполнения плана вакцинации, передает Казинформ. Министерством здравоохранения актуализируется прогноз развития распространения коронавирусной инфекции с учетом охвата населения вакцинацией. По оптимистическому сценарию, при продолжении вакцинации, согласно графику, ожидается регистрация до 3000 случаев в сутки. С пиком в конце апреля, сказал Алексей Цой на заседании правительства. При реалистичном сценарии охвате вакцинации, согласно графику, регистрация может достигнуть до 4000 случаев в сутки с пиком в середине мая. Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране, заключил министр.